Опыт проведения зимних спортивных игр в Долматовском районе есть. В 2011 году там прошли 5-е спортивные игры «Зауральская метелица». В этот раз в соревнованиях примут участие 438 спортсменов из 24 районов Курганской области. Все 24 сельских команды подтвердили свое участие и будут представлены на финальных соревнованиях Долматова. На сегодняшний день часть уже соревнований прошла. Последние соревнования у нас предварительно это состоялись буквально вот в эти выходные, соревнования по армспорту. И 5 видов спорта у нас будет представлено на финале, и награждение пройдет как общекомандное, 8 лучших команд будет награждено. В финале игр запланировано проведение состязаний по 5 видам спорта: гиревой, лыжные гонки, хоккей с шайбой, соревнования среди механизаторов и семейных команд. В рамках инвестиционной программы Курганской области на 2015 год на подготовку Долматовскому району выделено 4 миллиона рублей. Все спортивные объекты к проведению финальных зимних игр готовы. Также подготовлены места проживания участников и гостей соревнований. Первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин говорит, что спорту на селе уделяется большое внимание. Ну а то, что мы традиционно проводим именно сельские игры, именно поддерживая, так скажем, сельский спорт, это вот и есть, наверное, самая главная отличительная черта этих мероприятий от каких-либо других. Общий призовой фонд увеличился с 300 тысяч в 2013 году до 1 миллиона 370 тысяч рублей в 2015. Команды, занявшие с 1 по 8 место в общекомандном зачете, награждаются кубками, дипломами и сертификатом на приобретение спортивного инвентаря. Торжественное открытие соревнований состоится 13 февраля в 17:00 на стадионе «Спартак» в городе Долматово. Лариса Драгункина, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».